Так, у нас самый сильный. У нас тренинг почти 2000 рейтинг. Хватит, я хочу. Хоть 3000, у меня уже лучше. Давай, еще, пока все нормально, еще 5 ходов. Подержись 5 ходов. Дай шах. Да, согласен. Это не шах. О, у меня будет конь. Шах. Выменял. Все, меняй, все, бей, все меняй. Молодец. Ужасный ход. Да пошел ты, знаешь, куда? Все, мои ходы, успокойся. Да, да. Я лишил соперника рокировки. Не зевнул ни одной пешки. Я гениально сыграл. Черными против двухтысячника. Я думал, что может быть играть сильнее, обрати внимание. Покажи мне его. Или слабее, что более вероятно. Так, это надо скидывать все эти поползновения. Теперь все знают, кто у тебя в контактах, даже я. Это не мой скайп. Это немножко меняет дело, да? Шах. Ну, он все посчитал. Быстрее играй. Не надо спешить. Надо. Не надо спешить. Побей пешку и поставь новую. Хорошо, логично. Где? Ладно. Там конь f5 будет. Лайт защит. Видишь, он ломает ее. А мы поставим... Да-да, я хотел сюда. Ну тут как-то страшно уже после становится после ФЕ. Ну чё? От страха еще никто не умирал. Что-то умирали, наверное, да? Наверное, да, все-таки. Д5, быстрее. Нам было ладейку выцепить. Так, ты меня опять оставил 7 секунд. На 10 ходов. Сколько? Сколько секунд я оставил? 7? Ну да, а сколько? Почему 7? Он напал на слона, обрати внимание. Да ты чё? Мы не можем его как-то наказать? То, что он напал на слона? Нет. У меня один ход, и ты будешь огребать в этой позиции. Нет, ну, эта позиция... Она слишком... Она отлична, но она слишком сложная. Нормальная позиция, не ной. О, твой ход. Ну да, с шахом бери. Толку-то. Сейчас тебе придется играть. И чё? Так. Чё я могу сделать? Уронить флаг. Пойти d4, например. Ты же любишь обострять, только быстрее. Да, согласен. Ну тут слон просто висит. Нет, ты не можешь брать так, ты должен ферзем брать, видимо. Почему пешкой? А, ты обязан пешкой. Извини, ну там... Да, это, наверное, логично. Пока ты неплохо держишься, осталось 6 ходов. И у него нет матовой атаки, потому что ты везде там Е7 перекроешься. Это вообще-то Е2, ну так тоже ничего. По-моему, так поинтереснее. А я грожу много чем. Ты грозишь, да, поэтому сейчас ферзь Е5 пойдет. А, так. Зачем? Почему не на Е7-то? Почему ты делаешь ненадежные ходы? Пускай докажет. Ну а зачем? На Е7 плотнее. Я хочу вот конем мат дать. Так. Да, мат в два хода вообще-то. Но ты его не найдешь. Стоп. Мат в один ход. Кирилл, задача. Мат в один ход. Мат в один ход. У меня 33 секунды. Успокойся. Да, мат в один ход. Это же мат? Это мат. Гений. Да. Ты гений. Ты нашел мат в один ход. Я матовую комбинацию сожгу. Ты нашел мат в один ход. Обратил внимание за 10 секунд. Ты обратил внимание, Е6-кая провокация. В чем она заключается? Пешка на Е7, он все равно не может защититься. И что? Пешка на Е. Ты бы у тебя даже в голову не пришло пешку. Да, едва мне в голову не пришло бы. Это единственный хороший ход, который сделал за все партии вообще. Да, всем спасибо за внимание.